Всего мост у нас, длина моста общая 278 метров, из них 86 уже собрано. И сейчас проходит надвижка, первая стадия. Первая стадия предполагает надвижку 52 метров. Сколько таких надвижек у нас будет? Всего 4 надвижки предполагается на мосту через протоку и 3 надвижки на основном мосту через Амур. Хорошо. Какой завод нам готовит металлоконструкции? Металлоконструкции по протоке готовит завод «Тюмень-Сталь-Мост». По основному мосту через Амур поставщик завод «Курган-Сталь-Мост». Хорошо. 86 метров вы смонтировали. Остальные материалы пришли уже? Дальше продолжаете или еще на заводе? Да, материалы, значит, на мост, на протоку у нас находятся на строительной площадке 100% в полном объеме. Это 1081 тонна, поставлено 100%. То есть, в принципе, завод своими задачами справился. На территории Амурской области в действительности реализуется очень грандиозное масштабное событие. Между двумя странами строится автомобильный мост, еще к нему мост через протоку и 13 километров подъездных путей с тремя виадугами, сложными конструкциями, с помощью людей, которые живут в Амурской области, порядка 200 амурчан трудятся только. Это из Белогорска. Это только на стройке моста. На подъездных путях 13 километров дорог, 3 виадуга, трудятся наши дорожники.